В этом видео сейчас покажу, как приготовить куриную филешку. Это у нас филе бедра. Ну, для начала нарезаем его на кусочки. Вот на такие, на доске, нарезаем острым ножом. Ставим теперь на огонь сковороду. Сейчас она нагрелась, уже сейчас снимаем, перед тем, как ложим, чтобы она чуть подостыла. И ложим курицу. Ложим ее на горячий огонь. На горячий, чтобы она все соки не отдала, а оставила внутри себя. Ну, и ставим вот сюда. Потом солим. Солим сразу же. Не обязательно солить. Ну, желательно, конечно, в конце, но мы солим сразу же. И же она просто подгорает. Соль не жалеем. Сейчас я это все перемешаю. Так, это теперь распределяем по сковороде и накрываем крышкой. Теперь ждем с одной стороны 5 минут и с другой стороны 5 минут. Так, ну вот сейчас вода почти доиспарялась до конца. Осталось еще немножко. Так, ну вот, у нас уже курица начинает постреливать. Это говорит о том, что она у нас уже поджарилась. Ну, да прям до такой корочки доводить ее не будем. Ну, особого смысла большого в этом нет. Она и так уже довольно-таки мягкая. Наша филешка. Мягкая, жирненькая. Вот, сейчас ее вот так ставим. Сейчас я возьму тарелочку, пока пускай еще стоит на огне. Ну и теперь это все дело вытаскиваем. Ну, вытаскиваем эти ложечкой, потому что обычной ложкой нельзя очень долго. А такой можно. Так, ну ладно, давайте сейчас вытащу, покажем дальше. Ну и вот наша жареная филешечка готова. Спасибо всем за просмотр. С вас лайк и подписка. Пока-пока.